Hello, amigos. Я не знаю, почему я не начал снимать раньше. В общем, вот туда нам, в ту сторону возвращаться домой. Вот. И, короче... Привет! Привет! Вот. Очень дружелюбные черногорцы. Нам нужно найти переход через дорогу. А вот и переход. Вот здесь какая-то школа. Вот здесь этот самый... Вот киоск с прессой. Вот там мы прошли какой-то фастфуд. Мы сейчас собираемся перейти дорогу и идти в сторону центра. Искать там... Там Порто-Негро впереди. Да, вот там Порто-Негро впереди. Спасибо. Вот, и мы, короче... Спасибо. Я не знаю, куда мы идем. В центр. Мы идем в центр. В поисках супермаркета. Вообще супермаркет прилично так в ту сторону, но пойдем по этой дороге, запомним. Дети играют в баскетбол. Значит, на улице 22 градуса тепла, но люди... Ну, не 20 градусов тепла. Но люди при этом почему-то одеты. Ну, одеты, скажем так. Вот. Потому что в тени прохладно. Я, например, в шортах, как мужик. Потому что будет вечереть и будет холодать. Да. А вот туда Селиянова. Селянова. Да, но знак, короче, на Селянова показывает. Вот, дети как дети себе, непонятно. Нам, наверное, надо перейти. Да, вот. Это наша. Это, походу, какая-то односторонняя. Тут, кстати, достаточно бедно с тротуарами. Потому что дороги занимают